Пищевой комбинат номер 38 проверят. Департамент экономразвития уже запросил у организации документы. Напомню, новости 7 канала рассказывали о нарушениях на предприятии. Комбинат поставляет полуфабрикаты для школьных столовых. Очевидцы сняли на фото, как мясо перевозят в обычном автоприцепе. Выяснилось, что в самом цеху повара работают без одноразовых перчаток. Материалы вы можете посмотреть на нашем сайте trk7.ru. Мы отправили все материалы в Роспотребнадзор. Там говорят, комбинат проверят. Результаты будут готовы только через месяц после начала проверки. Значит, в следующем году мы будем следить за ситуацией.